Йоу, сегодня мы тестируем досочки Squat на прочность. Новая поставка. Сегодня мы катаемся на 8,5 на 32,5. Средний конкейв. Будем прыгать со ступеней и посмотрим, что с ней станет. Щелчок хороший, доска щелкает. Это мы пришли на двенашку, легендарный спот. Мы любимые ступени. И еще можно добавить, что делать это буду... Ой, это мы вырежем. Короче, фаленов на обычной стелечке. Стелька очень защищает ногу. Вот я по себе знаю, я очень люблю прыгать и доверяю этой штуке. Я готов. С первого раза. Yeah.
Очень страшно, невозможно себя заставить. В целом все нормально. Картинка не поцарапана, доска как новая, можно даже продать будет на Авито. Спасибо, Тап, которая защищает мои ноги при прыжках. Fallen Russian, подписывайся. Страдаю только я, доска как новая вообще. Мясо, чел, мясо. Флипчика. Скажешь, когда? Сейчас. У-у-у! Сегодня был тяжелый день, но хочется сказать, что доска мне понравилась. В принципе, лично я считаю, что все доски одинаковые, особенно с таким тяжелым стилем катания, когда ты прыгаешь каждый день или скользишь по перилам. Доски, к сожалению, не держатся долго. Вот. Но, тем не менее, доска мне понравилась. Довольно много раз она отлетала кантом в землю. Совсем чуть-чуть вскрылась. И то обычно у меня прям сразу же в первый день отрывается половина хвоста от такого удара. Но сейчас все в порядке. Нос полностью целый. Ребра целые. В общем, если вы ищете бюджетную досочку, чтобы хорошо покататься, попрыгать, то я бы взял. И любите кататься и катайтесь. Все. Все. Скейтбординг — это круто, но будьте аккуратны, потому что страдает не доска, а страдаю я. Но сил хватает, хочется кататься, все будет круто.